дальневосточного отделения вручить кораблю ценные подарки, которые здесь находятся, они будут перечислять. Это, во-первых, значит, для экипажа цифровой проектор, профессиональный цифровой фотоаппарат, то есть для боевых работ выполнения. И здесь находится домашний кинотеатр и цифровой скайнер. Вот. На этот момент... Сегодня у нас действительно замечательный праздник, потому что 20 лет для подъема флага на корабле всегда встречается с достаточно большим уважением, с определенным знанием тем годам, которые корабль прожил. Тем более наш корабль ходовой, я думаю, что впереди у него еще немало непройденных мест, немало не сделанных работ. А тем, что мы сделали за это время, можно гордиться. Это были достаточно серьезные государственные программы. Программы, которые укрепляли боеготовность нашей страны, шли на благо Отечества. Вся служба нашего корабля, наверное, и положена для того, чтобы закрепить мощь нашего государства. Экипаж гордится тем, что, в общем-то, мы решаем такие задачи. Задачи нелегкие, непростые. И особое чувство гордости возникает из-за того, что мы являемся продолжателями славной экспедиции, 5-й Тихоокеанской гидрографической экспедиции. Мы впитали, наверное, в себя все традиции тех 8 кораблей, которые некогда существовали. Те корабли, которые имели базовую платформу, освоение новой ракеты техники, освоение космоса. И с одной стороны, это определенная ответственность, потому что у нас сейчас смотрят ветераны, которые служили ранее, знают, что это за задачи, как они решаются в море, с какой сложностью, с какой трудностью. Поэтому я думаю, что мы постараемся это подвести, чтобы чувство гордости было не только у нас, но еще и у ветеранов наших. Большое спасибо тем, кто пришел на этот праздник, поздравить нас. Тем, кто уделил внимание свое, поблагодарил нас за нашу работу. Очень трогательно, благодарны мы за это. Большое спасибо. Для того, чтобы он как наши пожелания, наш добрый наказ у него был. Экипажу корабля «Звездный комплекс» маршал Крылов. Уважаемые друзья, от имени экипажей кораблей «Сибири», «Сахалина», «Спасска», «Чукотка», «Чажма», «Чемикан», маршал «Неделин», разрешите поздравить вас с встречей подъема флага. Корабль, безусловно, является воплощением высочайшего инженерного гения, гордостью военно-морского флота, собрал себе многие уникальные непревзойденные технические решения, но мы знаем, что корабль без командира и экипажа – это не корабль. Воля командира, его труд, ваше беспримерное отношение к постоянному поддержанию его боеспособности, состояния есть главное, что необходимо кораблю. Мы уверены, что вдохновляла вас история героического плавучего комплекса. 35 лет его корабли бороздили просторы Великого океана, ни разу не допустив срыва боевой работы. Сейчас, сердцем сейчас вместе с вами, ветераны первых экипажей, участники первых боевых работ, мы передаем вам эстафету создателей ракетно-ядерного щита нашей Родины. Мы гордимся вами, вашим командиром, вашим кораблем, мы гордимся именем вашего корабля. Здоровья вам и вашим близким. Бог, храня корабли, да помилует нас. От имени экипажа и кораблей плавучего звездного комплекса командиры Киков, капитан пиранга Волков, капитан пиранга Горновский, капитан пиранга Зонов, капитан пиранга Каплин, капитан пиранга Клемин, капитан пиранга Набиевский, капитан пиранга Кудымов, капитан пиранга Максимов, капитан пиранга Новиков, капитан пиранга Овсов, капитан пиранга Черняк,
капитан первого ранга Чебанов, капитан первого ранга Шарлин. Председатель Совета ветеранов имени адмирала Максюты Анатолий Михайлович Курыч. Игорь Евгеньевич, мы всегда вас помним, помним о корабле, потому что это наша память, это то, что мы прошли, то, что мы смогли оставить после себя. Удачи, здоровья, и всегда вам спасибо. Я, честно говоря, никогда не думал, когда первый раз вступил на палубу маршала Неделина курсантом, главный кровеносный старшина, что капитан-лейтенант Шардин, старший помощник командира, впоследствии будет вручать тебе памятный подарок, этот адрес, как командиру корабля. За командира. Ура! Сегодня много что говорили, кстати, там, особенно вот комбриг, да, говорил вчера. Ну и все вообще, что это вот потому-то, что экипаж, благодаря экипажу, благодаря тому-то. А я говорю, одно упустили, одно, самое главное. Благодаря чего? Благодаря традициям, традициям, которые были. Вот в других соединениях, на флотах, их нет традиций, и там, хоть ты будь 7 пядей во лбу и 3 Суворова, понимаешь, все умерло. Традиция, это тот цемент, да, камни положил, традиции нету, камушки вымрали. Сейчас еще. Да. Валь, посмотри рюмочку где-нибудь. И вот я тебе что хочу, Евгений, сказать. Вот у нас все, кто вот это, кто варягина, понимаешь, пришли из боевых кораблей. Там Перняк, ты же помнишь, да, Вихров, ну Вихров, старший небесный, Александр Андреевич. Вот. Они как-то у нас не приживались. Они не приехали. Да, и не приехали, и как-то не хотят эти традиции поддерживать. И вот Перняк, допустим, в Севастополе. Ну что, как говорится, он прекрасно себя чувствует на там, понимаешь, ну, то есть занимается там, у него там большой бизнес свой, там, все такое. Виноград? Виноград. Там камни еще есть на известие. Я-то начинал в Севастополе. Кто-то сказал за командира. Да, за командиром. Так никто не наливает столько зеленое наше. Да вот это и. Долгий лет. А, вот тут так. Не освоено. Ну давайте за командира. Тут они какие-то как не наши люди. Командир части, как я понимаю. Нет, не командир части. Бывший начальник штаба Вулканова, в настоящее время заместитель начальника 65-й кафедры Академии Можайска. А вот так вот. К нам не кухры-мухры. Наши. Можайка. Хотел вам что сказать. 7 футов под килем. Ты чтобы кораблю никогда не приходила старость. За вас. Спасибо. Кто себя плохо чувствует, может не выполнять, а так в целом нужно троекратное, последнее продолжительное, засказанное. Ура! 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 Логично. Сейчас. Шторма, урода! Да, огромный. Там стариков старших, даже те, кто воевал там еще во время войны. Там. Толя, как ты можешь, имеешь право говорить, старики? Мы молоды. Мы не права, Владимир Николаевич. Мы молоды, а там замполит Сибири. Есть постарше, Владимир. Ему 84 года. Да. Борис Иванович. Вот. Зона, Игорь Васильевич, миллиона звонков было. Севастополе, Клёбин, разговаривал с Клёбином, разговаривал с Красновым. Вот. Краснов, я говорю, он как немножко тоже начинает оттаивать. Я с ним не служил, но говорят, он был такой мужик, не очень любил общаться со всеми там. Краснов? Да, Краснов, да. Хороший мужик. Ну, я не говорю, что он передавал всем большой привет. Это последний адмирал. Передавал привет. Передавал привет. Да,
видом всем, конечно, да, звонила я, говорит, всем пожелания, все, живо, все, слава командиру, большой привет, вашу большой привет, но я, честно говоря, даже поставлю рюмочку, да, я хочу, пользуясь моментом, пользуясь вашим авторитетом, вашей поддержкой, вручить еще одну награду. Такие большие моряки не помещаются. Стоит указ президента Российской Федерации, Существует приказ президента Российской Федерации и медаль 300 лет военно-морского флота. Уважаемые товарищи, уважаемые командиры, Казанов Владимир Леонидович награждается от имени президента Российской Федерации медалью 300 лет военно-морскому флоту. Владимир Леонидович служил срочную службу на Сучане в 67-70-м годах. Леонидович, покажи, Володь, покажи. Награды выдали. Награда шла героя. Класс. Молодец. Класс. Все, ребята, за ваше здоровье. За наше здоровье. Толя, давай. Будем все здоровы. И за награждённых. Заводи машину, да пошли. Все. Давай команду. На борде типовые есть. Механики. Начальники комплекса есть. Все есть. Вадим, любую задачу можем выполнить. Космическая связь будет на столе в доторке. Да. Есть все. Надо идти на Тунца. Да, пойду на Тунца. Все, когда идете в район экватора? В ближайшее время, в августе. В августе, в район экватора? Да, пойдем туда. Все, тогда будем от тебя ждать сообщения о том, что Тунец пойман. Да. Все, Игорь, договорились. Будем там бить Тунца. Вот так вот. А самый большой вот палтус Крагинского, вот это вот выловил я. Никто потом не перестал. Даже Могилевцев, суперский рыбак. Игорь Евгеньевич, а можно я расскажу, как мы ходили в бухте Спасенка на палтуса, а? А что? Да нет, там кое-кому было... А человека, идущего по волнам, я первый заметил, что оказался в полной касатке. Его рвали оттуда. Да ты не вытащил, подожди. Сегодня 20-летие корабля, ему 20 лет. Много приехало гостей на день рождения. Много было сказано теплых слов в адрес и экипажа, и самого корабля, ветеранов корабля. Отмечали и вылучку специальную, и добросовестное отношение к исполнению своих обязанностей, и любовь к флоту, и к кораблю. Но я думаю, что самое главное, что не сказали, и что обеспечивает существование современного корабля, то, что он готов к выполнению работ, что экипаж живой сам.